Ольга Рубанова пришла в институт третьего возраста в прошлом году в качестве слушателя, а в итоге стала преподавателем-волонтером такого необычного вида спорта, как скандинавская ходьба. И сегодня это направление одно из самых популярных в институте. Более того, ежемесячно в полку активных скандинавцев значительно прибывает. Отсюда вывод – дружная семья института живет по законам здорового образа жизни, параллельно приобретая новых друзей и вкус к жизни. Это здорово, что мы не сидим дома, мы не зациклились, мы все в общественной работе, в общественной жизни, и это просто великое дело для нас. Кроме Ольги Рубановой, в институте третьего возраста преподают еще 24 волонтера – художники, краеведы, лингвисты, психологи, рукодельницы и спортсмены. Все они люди с активной жизненной позицией, неиссякаемой энергией и жаждой к жизни. Ежедневно показывают своим слушателям, что золотой возраст – это не приговор, а возможность узнать что-то новое, заняться тем, о чем всегда мечтал. К примеру, Любови Дорониной раньше не находилось времени для танцев, поэтому, придя в институт, она первым делом записалась на хореографию. Мы распрямили спинки, мы помолодели душой, мы встретили новых друзей. Все в восторге. Мы собрали рекордное число слушателей. Наши занятия длились дольше, чем обычно. И даже в июне некоторые группы продолжат свое обучение. И, конечно же, мы не справились бы сами, если бы не наши замечательные преподаватели-волонтеры. И мы очень признательны, что в течение всего учебного года дружная команда наших преподавателей была вместе с нами. Это благодаря им наши слушатели освоили навыки знания иностранных языков, научились пользоваться компьютером, активно занимались физической подготовкой. Татьяна Кожанова поздравила всех выпускников с окончанием учебы, а преподавателям в торжественной обстановке были вручены дипломы и подарки за активное участие в жизни института. По словам директора, проект будет совершенствоваться. Появятся новые направления, в частности, по физической культуре. Поэтому можно смело сказать, что институт третьего возраста – прекрасная возможность для тех, кто, выйдя на заслуженный отдых, чувствует себя одиноким и ненужным. Придя сюда однажды, многие пенсионеры обретают смысл жизни и вторую семью. У всех желающих, кто в следующем году хотел бы присоединиться к нашей дружной семье, нашего института третьего возраста, приглашаем в августе к нам в территориальный центр для того, чтобы стать слушателями следующего учебного года. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.